взрослый век и цену жесткую определила, которой измерялся человек. Тот день был длинный и от дыма черный, а ночь от взрывов красная была. Поднялся весь народ бедой сплоченной, отчизна на защиту позвала. День разделил весь мир на до и после, сместив понятия о добре и зле. А кровь людская не ценилась больше, ручьями разливалась по земле. Она слезами утекала в реки, и ею были заняты поля. Но взлеты силы духа в человеке навеки будет помнить вся земля. Валяет памятник сама природа, ее творенье – свежие цветы, дыхание жизни, гимны всем народам и яркий свет духовной красоты. Нет, не истреют крови письмена военных лет и хроник киноленты, в них боль большой беды отражена и жизни черно-красные моменты.